Чтобы во дворе было чисто и уютно, одну из самых проблемных контейнерных площадок на Захаркино 7В по просьбам жителей ликвидируют. Вместо нее на территории торгового центра установят современные, отвечающие всем требованиям, мусоросборники. Новая контейнерная площадка будет закрытого типа. Вот такой пейзаж из своих окон вынуждены были наблюдать жители четырех многоэтажек на улице Захаркина до недавнего времени. Постоянный навал бытовых отходов региональный оператор не успевал вывозить. Столь неприглядная картина создавалась потому, что контейнерная площадка соседствовала с торговым центром, рынком и трассой. Все, кто хотел, свозили сюда мусор и среди бела дня, и ночью. Помойка замучила. Дышать нечем. Машины приезжают, все валит, кому не лень возят. И грузовые машины, и с прицепом все сюда сваливают, сваливают и сваливают. Какой-то кошмар. Больше всех от такого соседства страдали жители дома 7В. Расположен он ближе остальных к контейнерной площадке. О спокойном сне люди забыли. Пернатые братья, так они начинают свои похождения, свои разговоры, ну, там любовные игры и прочие дела, ровно за час до рассвета. А летом рассвет 3 часа. Я думаю, если вообще ее отсюда убрать, эту помойку, и вот это братья, пусть она, наверное, улетит отсюда. После обращения в администрацию округа с жителями было проведено несколько встреч. В результате приняли решение о переносе контейнерной площадки. Проводятся работы по обустройству новой контейнерной площадки, соответствующих стандартов, которая будет установлена на территории торгового комплекса. Закрытая, с кровлей с трех сторон, воротами, которые будут закрываться, и не будет доступа проезда другим машинам, которые разгружаются юридические лица. И будет проход для жителей. Важно еще и то, что молоки заменят новыми мусоросборниками, количество их возрастет до 18, установят здесь и бункер для крупногабаритных отходов. А главное, ночью сюда машины, груженные мусором, заезжать не будут. Жители соседних домов обретут желанный покой. Подальше от площадки детям будет спокойнее играть, потому что постоянно собаки бегают. Вот. Так что мы очень рады, надеемся, намного будет лучше. Обустройство новой контейнерной площадки завершится 30 ноября. Пейзаж во дворе изменится. Теперь в центре его будет яркая детская площадка.